Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вас ожидает погружение в комфортную среду. Телец. Вы будете болезненно реагировать на любую критику в этот день. Близнецы. Возможно, в этот день кто-то обвинит вас в своих неудачах. Рак. Вам будет так хорошо на душе в этот день, что не будет никакого желания с кем-либо конфликтовать. Лев. Привычные маршруты давно уже обветшали, а ваше терпение на донышке. Дева. Вам предстоит искупаться в теплых водах признания. Весы. Незабываемый день в жизни представителей вашего знака. Скорпион. Десятки, а может быть даже сотни новых лиц. Вот что ждет вас в этот день. Стрелец. Возможно, что вам ненадолго придется окунуться в какой-то омут памяти. Козерог. Доминирующим фоном этого дня станет ваш повышенный интерес к какой-то персоне. Водолей. Нежный искренний взгляд вашего любимого человека расскажет вам куда больше, чем вы ожидали услышать. Рыбы. Этот день точно несет в своем лоне множество неожиданностей. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!